Ну что ж, начнем игру. Кто не знает, вы попали на канал Минковский Games. И сейчас я буду играть в соревновательный режим Counter-Strike Global Offensive. Играю я средний, не скажу, что хорошо. Поэтому, ну, как говорится, не судите строго и так далее. Как обычно, поиск длится около, там, как повезет, минута-две, может быть. Вот, в Counter-Strike Global Offensive я играю примерно. Примерно играю с 2012 года, как вышла игра эта. Вот, ну, сам Counter-Strike я, конечно, играю, как и многие, с юных лет. Но бывало что, то есть вот немножко сорвалась подбор игроков, сорвался немножко, надо сейчас еще подождать и будем играть дальше. Ну что хочу сказать именно про режим matchmaking, или сокращенно MM. Здесь как повезет обычно, то есть бывает, что вы играете и прямо, ну, резко, выразительно превосходите игроков, либо бывает наоборот, вы ничего не можете сделать, там пытаетесь, стараетесь всей командой, но вас все равно убивают. Вот. Ну и, естественно, стоит упомянуть, что очень много читаков, естественно, в игре. Здесь почему-то нет вот такой какой-то жесткого контроля над читами. И это, конечно же, очень плохо. Потому что такого быть не должно. Ну, давайте ждать. Сейчас запустится наша игра. И посмотрим, какая команда, какие игроки попадутся. Ну и прежде всего, какая карта. У меня выбраны карты не все, потому что мне карты не все нравятся. Ну, самая любимая моя карта, например, это, ну, Даст 2. Даст 2, например. Офис неплохой. И Agency тоже нравится. Это не юг, она то такая древняя карта, конечно. Как можно сказать, записи игры. Поэтому я решил пока что Counter-Strike. А так в будущем какие-нибудь игры проходить, типа Let's Play. Ну что ж, пока что разминочка, можно. Кстати, именно в MM режиме здесь дружественный огонь присутствует, нежели как в паблике, что не знаю, как там со звуком будет, резать слух у вас будет или не будет. Значит, на данный момент, что мы в спецназах. Опа, это был бот. И почему-то он пропал. А, потому что зашел. Игрок зашел, видимо. Меня слышно, да? Да, тебя слышно. Спасибо. Ух ты, блядь, я уже вздрогнул. Походу никого не успею убить в разминке. Все было бы очень неплохо. Не успели, короче, ладно. Не успели, так не успели. Давай
каждый 3 на А и 2 на Б. Я обычно беру вот свою апельсиновую корку любимую. Посмотрим, посмотрим, кто кого, кто кого. Хорошо. Так, что у них бомба, еще у них засранцы, засранцы. В пистолетном режиме всегда попроще как-то играть. Я обычно пропускаю, как мне. Обычно пропускаю, как меня убили, потому что как-то стыдно. Поэтому такая вот хрень. Так. Ну что ж, опа. Что ж, в принципе, у нас все шансы победить, но вот один на один остались они. В этом режиме надо, конечно, докупать этот еще набор, чтобы быстро обезвреживать бомбу. Я думаю, ему надо разряжать уже, блин. Мы не успеем, короче. Ему не дадут просто. Что ж, этот раунд мы проиграли, к сожалению. Да-да. Попробуем. Первому раунду тяжело что-то сказать, на самом деле, обычно. После раундов 5, наверное, 10, становится ясно, то есть, какая команда с большей вероятностью победит, какая проиграет и так далее. Только ранил. Но ё-моё, блин, какой-то тормознутый. А, посмотрим, как он нас убил. А, что-то не показывают. А, ВММ не показывают, точно, по-моему. Я с пабликом спутал. С пабликом спутал. Что-то как-то они нас превосходят прилично, конечно. Превосходят, конечно. Игрок отключился пока что. Возможно, он к ним вернется. Если не вернется, будет к нам на руку. Это будет нам на руку только, конечно. Как-то так. Они тут. Ах, ты засранец. Ой, я поранил, что ли, кого-то? Чё-то. Извините. Ох ты, засранец, а? Вот так тебе, засранец. Так, бот остался, ё-моё, чё себе. А, бомба подо нами, подо мной.
за бота играл. Тоже игрок. Бум-бум-бум. Но тем не менее у меня сейчас есть калашик. Калаш, калаш. И это круто. Вот никаких гранат не купил я, к сожалению. Блин, заходить так страшно вообще. Смотрите, опять мы превосходим их, в принципе. Так, бомба-бомба. Блин, хреново я играю, короче, что-то. Ориентируюсь плохо. Блять, надо разрывать там. Короче, ни хрена он дает. А, все, убили его. У них уже два игрока вышло. Ужас, ужас, два игрока. Боты. Из-за этого мы и побеждаем, короче. Че так, набор сапера возьмем. Че, деньги есть, гуляем, как говорится. Ай-яй-яй-яй, так. Ну что, ну что, ну что. Так, бомба, бомба. Ребята, бомба валяется у этого. Тут у входа. Как это назвать? А чё, бамбу-то забрали, что ли? А, не, бомба у меня тут. Подойди сюда, надо бомбу охранять. Пожалуйста, и подойди к нему. Хорош, хорош. Ну, я что-то испугался. Я видел. А, как ты мог видеть? Я за тобой наблюдаю. Я просто не мог понять вначале, откуда он там стреляет. А чё, у нас тоже что ли вышел один? А, они распределились, получается. Все понял. Что? Получается, один перешел за нас, за нашу команду. У них уже двое вышло. Да, ребята, мы проигрываем, сука.
ты меня напугал. Что не всегда на радар смотришь. Обычно только шаги. На А наверху, по-моему. СВП. Да, здесь я точно испугался. Такой нежданчик. Дайте дров, пожалуйста. Оружие дайте какое-нибудь. Оружие. А ты кто у нас? Как ник у тебя? У тебя деньги же есть, купить что-нибудь, пистолет какой-нибудь. Подожди, только не бери. Не бери это, я сейчас тебе куплю. Хорошо, хорошо. Спасибо. Просто надо экономить деньги. Ну так это бот был, поэтому легко так. На крыше один был. Бомба выпала, дропнулась. Слушай, он что-то это, как-то он жестко. Он сейчас бомбу возьмет, будет ставить, слышишь, Ярик? Там где вообще она? Она была вот на этом карнизе, как и в тот раз. Вот, а он сейчас меня убил. Блять, жесткий. Жесткий. Я тоже хотел сказать, что жесткий. Бум-бум-бум. Они, короче, на бэк пошли. А нигде вообще, как думаешь? Это хрен знает, наверное. Ну блин, это нечестно. Они так, блин, на тебя посмотрели.
Они посмотрели, брать мою М-ку или нет. Они смотрели, стоит мое оружие того, чтобы его поднять и заменить на то, что у них. Вот как было. Чего-то он вообще жесткий. Это походу. Да. Что-то тяжело, тяжело как-то. Короче, на нашей базе. А куда они пойдут? На Б, как думаешь? На, скорее всего. Через девятку заходят. Я не тут не разбираюсь, какая тут девятка, не девятка. Я тоже не знаю. Это, короче, у меня тут мочканули уже. Короче, чувствую, нам не выиграть, но что-то они вообще же играют жестко, блин. А почему бот постоянно покупает пулемет? Это меня так раздражает. Скажи, как так, а? Почему вот, как это может быть?
Ну как там можно было нечестно-то? Вообще никого не убили, кроме бота. Да уж, конечно, жопа, жопа. Что тут скажешь еще? То есть они, люди просто разыгрались и как бы, получается, сильнее нас оказались. Вот и все. Жестко, жестко. Спиду в голову зарядил. Бомба, кстати, выпала, ребята, давайте охранять. О, меня бот убил. Бот. Ну, помогите, кто тут? Меня очень, подойдите. Очень нелепо меня убили, короче. Надо же, мы победили. Да меня так нелепо убили, блин, я не заметил, просто он со спины, короче, подошел. Этот, который спит. За бота, короче, играл. Ясно. Короче, очень меня зашкварно убил, конечно. Прямо стыдно, блин. Блять, этот спит, он меня раздражает. Да сука, заебали они со своей этой хуйней. Один в самой жопе, короче. Да блять, что делаешь? Третий тоже сделал, тоже не знаю. А вы повезли? Да ладно, ты успел? Ну, как видишь. Спасибо.
Согласен с тобой, спит. Жалко, что ты меня не слышишь. Бля, сука, он читер какой-то, сука, пидор, а ёбаный. Да этот, Ромка, Помп, как-то, как у него ник, правильно не знаю. Бля, ты как мог не увидеть-то, ё-моё, Сквиртл, блин. Ты чё, блин? Он знаешь, где был? Ярик, он, короче, был... Вот, Казы, ходишь, где этот? Когда бомбу ставишь вот туда, вниз, если идти, да? Он, короче, у этих витрин, где пульты, там, кнопки, он там сидел. И Сквиртл его не заметил, короче. Бля, он какой-то читер, что ли? Заебал он нахуй, бля. Кстати, вот в ММ вообще русских мало. Они как-то играют, то, короче, как-то они слабо играют, то резко, короче, выстреливают как-то, и хедшоты делают и так далее, короче. А он русский, может, он не понимает. Сквиртл, drop the bomb, please. Drop the bomb, please. Видишь, я говорю с акцентом. О, он мне дал бомбу. На, держи, я тебе. Мне-то она не нужна. Я думал, тебе нужна. Ой, блядь, я... Сука, чё я делаю, бля? Пиздец, нахуй. Я, короче, уже запутался, что мы за это, за этих играем. Блядь. Я, короче, Сквиртла, блядь, чуть не убил. Я ему уже там урона нанес, блядь. Блядь, это смена команд. Ну, вот хули он, блядь, как он так делает, эти хедшоты делает, это пиздец, блядь. Сквиртл, сори, плиз. А, и это. Как это? Ошибся-то как? Херу. Бот в своем репертуаре, как всегда, с пулеметом. Не успел я. Чё-то мне кажется, у него, блядь, автоприцел иногда промелькает, блядь. Конечно, это. Может, конечно, правда, может, реально хорошо играет, хрен его знает. А.
Слушай, а вот как он увидел, где я сижу, блядь? Это нереально, блядь. Какие-то, что-то, блядь, подозрения у меня какие-то, блядь. Как он так увидел, что я там сижу? Взял своего, убил. Видимо, у них ссора вот внутри команды, вот убил. Короче, они еще 3 раза победят и все. Давай ставь бомбу. Мне тебя дверьми не зажал. Блять, мне же сейчас у меня. Бля, я не засейвился, блин. О, нет, я еще это выжил, Джесси. Ну ты же выжил. Не, ну как вот так вот, да? Раз вроде легкую выиграли, а. А бывает там хрен, блин. А блин, эта карта вот там особенно заходишь, и там надо, блядь, 500 глаз сразу, блин. Непонятно откуда они выбегут, блин. Да, понимаешь, я на этой карте 3 ММ подряд играю. А что-то у тебя в поиске постоянно ММ, то есть нюк, то есть выпадает. Это просто, ну да. Надо было сразу так же идти на пролом туда, просто вниз и все. Пойдем с Киртом. Да не туда, я хотел вниз. Чисто. Они вот тут сейчас пойдут, кстати. Блять, Сквиртл опять с бомбой бегает. Уж поставил бы давно, блин. Ставь на. Так я, как ему сказать? Не ходи туда, блин, дай мне бомбу лучше, Сквиртл. Дрон. Иди ставь, а мы будем их удерживать. Хотя, если они там не пройдут, то может быть. К вам идут, к вам идут. О, молодец, спида убил. Я последнего держу, он тут из этого, из ССГ снайперки стреляет, пытается меня убить. Так, он убежал куда-то. Он у вас уже, оказывается, чё себе. Он убил, он сейчас диффузит будет, бери нож. А он успеет диффузить? Не знаю. Блять, сука, нихуя он. У него был набор был, значит. Да. Опять Зевс купил. Бомба на этой бочке, короче, огромная.
Блять, как он так убивает, блин? Хотя у него, блин, золотые медали. Пойдемте сразу вниз попробовать. Ну, на пролом лучше вниз. Я дверь держу. Спит от хода, все, рашен. Ну, зараза. Да, проиграли. Проиграли мы, короче. Надо было спрятаться, что-то я... Сейчас посмотрим, какое звание вот у Спида особенно. Очень интересно, как он так убивает. Я, конечно, репорт не стал кидать, вроде подозрения не сильные. Ну, блин, что-то он реально, блин, очень, видимо, сильный игрок. А у него вообще, что ли, калибровка? О, в общем, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Вы видели игру, то есть как я играю. Играю я, конечно, не очень, как бы средне, но вот как-то так. Спасибо, всем пока. Заходите на канал, смотрите, буду выкладывать видео. А также еще у меня есть канал, который называется Extraordinary Music, то есть там я выкладываю необычную, неординарную музыку. И, в общем, подписывайтесь. Самое главное, подписывайтесь, лайки там, как обычно говорят, да? Ну, а на всем спасибо, всем пока.